Всем привет! У меня в руках фара 706-18. Это круглая фара. Те же размеры, что и давно представлены на рынке, 27-ваттки. Фара идет на светодиодах Epistar. Она идет слимовая, тоненькая. Но, несмотря на это, она идет с крепежными отверстиями, которые присущи только пятому классу качества в толстых фарах. Довольно-таки неплохой кронштейн, хотя и не сталистый. Но давайте в любом случае мы замерим характеристики этой фары. Блок питания у нас выдает постоянное напряжение 12,2 вольта. И на тестере выставлены замеры токов до 10 ампер. Ой, чья тут пицца? Давай. Никакой пиццы. Наверное, сбилась. Будешь? Почти 9 ватт. Ровно 50% отклонения. То есть фара вместо 18 ватт. 18 она должна быть, да? Да, вместо 18 ватт выдает, ну, потребляет 9 ватт. Ну, то есть от заявленных характеристик она два раза имеет отклонение. То есть, в принципе, она, так как слимовая, у нас слимы, в принципе, на 27 ваттках относится к первому классу, здесь она, в общем-то, попадает даже во второй. То есть отклонение до 70%, как бы страшно не звучало, тем не менее, она... Фотографии у нас уже представлены на сайте, но дальше мы покажем, как фара светит ночью. Дополнительная фара на 18 ватт ближнего света. А пониже? А. Ну, она освещает, но, конечно, фарка слабая. То есть в сравнении даже с 27 ваттами она, конечно, сильно слаба. Вот. Ну, есть. Ее преимущество то, что она тонкая. Да, да. Восемнадцать ватт фары только в дальнем свете. До ворот 10 метров, а пониже. А. В другую сторону у нас 60 метров.